вашего правительства со всеми утекающими. Начал кататься более сурово. Ёптель. Снесло меня нахер. Боюсь ботинок зацепить. Идет. Вот так, да? Нет. Хрена. Да. Что тут можно сделать? Блин, лопаткой бы, этот туннелик. Сбить, да. Видишь, вот эта ветка, которая была, я ее, она еще была вот на таком расстоянии от машины, так что огонь! Хорошо, хочется? Ну, очень интересно. Да-да-да.
поехал еще. Ну хорошо, что... Ну сам, ну хотя с тебя поехал один, я бы туда не полез. Меня ору. Ага. Я сюда тебя уже не могу пустить, если я тебя тяну в бок. То есть мне тебя уже вот выше не выйти. Понятно, думаешь? Если за туда зайти, например, я там тоже есть. Да, тяну в бок. Я тяну в бок. А, у меня жопа наоборот уйдет туда. Да, да, жопа наоборот уйдет. Так что давай, 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 чуть-чуть назад. Давай, еще. О! Ну давай еще так, всю. Да. Блин, страшно. Вот как бы там есть все попасть, вот такой. Ну давай дальше. Ой. Ну езди на джипах, это кроссовер. Сильно особо не шлифуй.
единственное, что выйти из машины не могу, но, по-моему, стало да сильно лучше. Да и зачем тебе выходить? Ты сейчас просто назад дашь и все. О, тебе заднего троса не так плохо. Давай влево. А, Миш, Миш, ты можешь прямо съезжать. Тебе надо прямо съезжать. Ну, прямо. Все, да. Тут я уже выехал. Не может того быть. Не может быть, мы молодцы. Ну что ж. Вот это адовое место, где я пытался проехать, и у меня занесло жопу прямо вот к этим деревьям. Какими-то невероятными трудами мы переставили эту жопу, подтаскивая ее другой машиной, вот, таким образом, чтобы здесь вырулить. Вот так. Ну, в общем, да, забавно. И так бывает. Он туда хочет? Я туда не поеду. Охереть. Уехал ведь? Практически. Нет, 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 нет. Я знаю, что тут можно позорно проехать с другой стороны. Там мы точно проедем. И заодно его и дернем. Оп. Если поднимемся. Что, опять же, конечно, вопрос. Я тут съезжал, кстати, без достаточно серьезных проблем.
только мы же себе съезжали здесь сколько хочешь. Ага. Не раз. Максим уже такой, да-да-да-да-да. И я. Круть. Сейчас Макса спросим, куда дальше. Посмотрим, что тут. Посмотрим.
официант. Да, красота. Туда? Ну давай туда. Да, слушай, прикольно. Не катано. Ну чё? Красиво. Красиво. Не то слово. Ну что, на тот холм? В пределах проходимости. Будет раскатывать? Ну, попробуем. Только ходом. Цепляют колеса. Плохо цепляют. Ходом это с разбега? Угу. И Максим такой, да, блин? Миша, он просто плывет. Угу. А, это нет, тоже. Самое. Тоже. Угу. Сейчас на пузо сядет. Попробуешь? Ну что, давай я попробую.
Не знаю, может назад, туда? Ну смотри. Деревья, если что, дальше. Ну, выехали. Уже выехали. Круто, на самом деле, хорошо покатались. Алло. Алло, слушай, ну все, я вижу, ты выехал, я помчал. Ага, все, давай. Все, давай. Здорово, покатались, весело было. И хорошо, что без последствий. Дам, именно так. Ну, хорошо, что хоть какой-то трос был. Да, ну, по крайней мере, это было интересно. У меня такого опыта не было еще, не знаю, как у тебя. Не, у меня были всякие вытаскивания. Ну, я как-то спокойно. Да? Вот, ну, давай. Так уже застревал, да, в таких случаях? На подъемах я нет. Подъем это было что-то. Ну, да. У меня нет, застревать я застревал, но да, на подъеме. Не так, чтобы вот деревья рядом, и ты вот боком юзом тут. Ну так это же самое в этом-то, да, и есть. Да, согласен. Ну есть, что все сжимается. Да. Насколько я попал и как отсюда уехать. Да, так и есть. Вот. Ну все, ладненько, давай. Ладненько. Давай, счастливо, пока. Счастливо.